Марина Полянская, Михаил Пришвин, «Весенняя уборка». Еще несколько дней, какая-нибудь неделя, и весь этот невероятный хлам в лесу природа начнет закрывать цветами, травами, зеленеющими мхами, тонкой молодой порослью. Трогательно смотреть, как природа заботливо убирает два раза в год свой желтый, сухой и мертвый костяк. Один раз весной она закрывает его от нашего глаза цветами, другой раз осенью – снегом. Еще цветут орехи и ольха, и их золотые сережки еще и сейчас дымятся от прикосновения птичек. Но не в них теперь дело. Они живут, но их время прошло. Сейчас удивляют и господствуют множеством своим и красотой синие цветники. Изредка попадается, но тоже удивляет волчья лыка. Лед растаял, на лесной дороге остался компост. И на этот компост, как будто чуя его, налетела из еловых и сосновых шишек